О, привет! Привет! С прилетом, с прилетом! Всем большой привет! Встретились наконец! Мы в Австралии! Когда у меня будет, ну как, 18 лет, у меня будет камера. Да ты что, сама будешь все снимать? Да, папина. Я уже знаю, как фоткать. Папа тебя научил? Папа научил, я знаю. Я могу фоткать, что? Я даже вот так могу. Давай еще раз. Вообще, это ваша кровать. Подарок из Казахстана. Да, не детские. Это мои? Да, это для девочки, это для мальчика. Открывай. У меня уже есть. Давай я тебе помогу. Есть? Да. Ну, еще будут. Да. Вау, это кто это? Это Эльса? Да, принцесса, платье оденешь, вообще. Все. Как мы говорим, не сфоткал, не поел. Это называется веджимайт. Это чисто австралийская тема. Это такой спред, очень полезный. Тут очень много витаминов, и самое основное это Б. Он такой специфический запах. Смотри, чтобы мы это... Вот так вы? Да, ну это прям нормально мы взяли. Оно какую-то кислинку отдает. Ты хочешь лимоном? Да, да. Ой, одевай сломать его, да. Машка, ты соскучилась? Поет сейчас на улицу. Соскучилась по мне? А ты все соскучился? Да. Сумка может тебе? Это черт, да? Это трудом стоит 6. Ой, принцесса, что это? Ты что? Надо вешать. Еще похоже. Маслик, вода и сыр немножко. Вкус этого салата добавляем. Вот, соевый соус. Соевый, точно, вкус сои присутствует. В2 поддерживает нервную систему. И также здесь есть фолат. Он помогает бороться с усталостью. Немножко на хлеб намазали, и на целый день вам ваша суточная норма. Вы сейчас как это, Иван Васильевич меняет профессию. Красота-то какая. Ляпота. Очень красивая. Вода с подогревом.
Опа! Оп. Обликом морали. Да, я. Казахам вкусина бесплатно. Я так и открыл свою овощную лавку же здесь. Так, это видео сейчас. Спорила со мной Зикоманка. Куда пошел? Она спорит с рождения, мы спорим с рождения. Она даже и ходит как мы. Она даже и ходит как мы. Правда это? Даже цвет кожи у вас одинаковый. Кушай. Кымге похоже у сада амаму. Для меня самое главное это. Смотрите, какая красота! Соли мало. Да, кушай. Да, давай, наливай. Виноградный сок. Классно. Все, заворачивайтесь. Давайте, заводите. И кушайте. Давайте, давайте. Вкусно? Это называется монтаж. Смонтируй наши неприглядные места. Ну,
Казахстан. Блин, занять. Этот памятник 65 солдатам, которые поехали на войну, в какие-то, военные действия в Южной Африке. И там погибли.